В Петербурге впервые экспонируются древнерусские рукописи и гравюры. Об Александре Невском в Российской национальной библиотеке открылась выставка шедевров книжного искусства с 14 по 19 века, рассказывающая о деяниях великого князя. В экспозиции Александра Невского на все времена можно увидеть три тома лицевого летописного свода 16 века из библиотеки Ивана Грозного. Среди ценных экспонатов также уникальные старообрядческие книги с изображением Александра Невского в монашеской одежде. Именно так Александр Невский выглядел в миниатюрах до начала 18 века. Эту традицию прервал Петр I, который поручил изображать князя как воина и правителя. Уникальным изданием историки также называют оригинал Лаврентьевской летописи 1377 года. Это самая древняя датированная летопись, дошедшая до наших дней. Очевидно, что он уже тогда почитался, что задолго до общероссийской канонизации 1547 года, он почитался как святой благоверный князь, великий воин, великий правитель, великий дипломат. Значит, и, конечно, житие пишется с целью прославить человека. Оно всячески подчеркивает его добродетели, его религиозность, его веру. В древнейших летописях сохранены более 300 изображений великого князя, которые, как и многие древнерусские тексты, демонстрируются впервые. Выставка, посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского, будет работать 3 месяца. Кроме того, десятки древнейших рукописей специалистами были оцифрованы, и теперь с древнерусскими текстами можно ознакомиться на сайте Российской национальной библиотеки.